Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Кто судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен, и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. И упасть запаленным звездой по имени Солнце. Я познакомилась с Виктором и его подругой Наташей, когда они участвовали в шоу в Парк-Сити. Шоу прошло с большим успехом, и многих заинтересовала работа Виктора в Америке. Там они встретились с японскими представителями, и с Джоанной были приглашены в тур по Японии, чтобы представить там свои записи. И очень жаль, что его смерть помешала завершению этих планов. Я знаю многих в Нью-Йорке, кому был близок Виктор, и кто помогал в его успешной карьере. Рашид Нугманов должен был снимать фильм на английском языке с Виктором в главной роли, по сценарию, написанному двумя голливудскими сценаристами, очень интересными сценаристами. Жаль, что этого фильма уже никогда не снять. Но я надеюсь, что фильм «Игла» будет представлен в Штатах, и американцы наконец-то познакомятся с работой Виктора. Его альбомы, точнее, один из его альбомов уже был представлен в Америке усилиями Джоанны. Очень печально, что у людей на Западе не осталось шансов увидеть, как он работает. И я счастлива, что видела его, когда он пел.